Кюнт Ирми Хёрен, Кюнт Ирми Зейн. Продолжаю проходить Quake. Сразу погнали. Я уже не удивляюсь, что в локации, где я появляюсь, сразу какие-то враги находятся. Так, ну с этими мы быстро разобрались. Нам нужно взять вон тот золотой ключик, чтобы потом попасть в эти ворота. Так, тут что? Тут темно. Не пойду. Нас ведут вот сюда. Ну, пойдем сюда. Блин, больно же вы стреляетесь. Готов. Где что открылось? Я слышал, где-то что-то открылось. Вот явно дверь тоже какая-то. Секрет, что ли? Темно. Ни хрена не видать. И что тут ничего нету? Секрет. Надо быстро бежать, всех гасить, пока у нас склад дэмэдж работает. Какой-то проход открылся. Ага, здесь появились серебряный ключик. Я даже не знаю, где дверь находится. Куда этот ключ совать? А, вот здесь свет загорелся. Значит, пойдем сюда. Блин. Пока что неплохо идем. Так, кнопочка, кнопочка. Ты чё? Ё-моё. Так, надо гранаты взять. Где? А, ну или вот эту штуку. Все, готовы? Отлично, мостик мы выдвинули, чтобы взять золотой ключ. Чего в гранату не попался? Куда он вылез? Так, вот здесь я сохранюсь, потому что прошлый раз я сдох. Меня вот это прибило. Потому что спрятаться от него негде. А жизни было у меня мало. Так, а вот то, что дальше, я не знаю. Что тут? Блин, патронов нету. Хотя бы так. Чё, конец? Да, конец. Так, ну неплохо. Со второго раза я прошел. Так. Это же последний уровень. Надо сохраниться.
Надеюсь, с первого раза мы победим. На легком уровне сложности его, по-моему, 3 раза надо. Ай, как больно. Капец, он швыряется. Ну что, он раза 2 в меня попадет и все? Почти сдох. На 3 раза. Ну все. Первый акт мы завершили. Я вот сейчас бы сдох, вот это было бы прикольно. Я же сказал, что мы победим. И мы победили!